Михаил Саакашвили, а вот я спокойно. Какая чушь, какая грязная чушь. Грузинская власть, Порошенко умолял их меня забрать, предлагал деньги. Но они боятся меня как огня, потому что в Грузии народ меня любит. Через месяц у нас там президентские выборы, и смотрите, как мы их разобьем, пух и прах. Что-то мы уберем олигарха российского из Грузии, мы восстановим там народную власть, и это будет рецептом для Украины.